открыл. Как бы тут у меня появилась идейка создать свою деревню. Как бы... Ну, что-то типа того получилось у меня. Это наша мэрия. Мэрия. Обзор небольшой. Мэрия. А здесь я сижу. Здесь деревянное все. Здесь земляное все. Ну, конечно же, бизнеса ноль. Точнее, вообще у нас бюджета ноль. Что смогли, то и сделали. А вот здесь я прям сижу, вот так стою, точнее. Прям вот ко мне приходят и за проблемой. Здесь лестница. Залазишь на лестницу. Здесь на крышу можно залезть. И типа такие, дорогие жители, типа сбор жителей. Вот. Такие вот тут дела. Вот. Типа, тут три дерева стоит. Две березки, одна яблоня, один дуб. Здесь работает селянин. Этот. Ну, фермер. Привет, фермер. Работаешь? Ну, работай. Работай. Вот. Он нас пока трех просек прокармливает. А здесь тоже еще один житель работает. Жилой дом. Жилой дом. Жилой... Здесь вот, типа, спят. Я не сплю пока еще. Себе кровать еще не завел. Вот, пока один жилой дом, одна мэрия, все. То есть пока ничего нет. Поле, типа поляна такая чистая, там горы. Ой. Скоро пойдем разбиваться. Развиваться в горы. Добывать камень, дерево, все вот это вот. Как надо, то есть, пока вот так. Нам надо сначала подняться, встать, сказать то, что мы здесь есть. А потом уже все остальное. Я пока думаю над названиями законов, над законами моей деревни. Что делать, что можно нельзя делать, что вот когда. Типа, что нужно строить, что... Не нужно жители такие, что мэр делает. Ладно. Вот пока так. Всем пока. Удачи. Все.